Жизнь – это усилие во времени. То есть время – это такая вещь, что нужно совершать усилия, чтобы оставаться живым. И ведь мы на уровне нашей интуиции знаем о самих себе, что не все живо, что кажется живым. Многое из того, что мы испытываем, что мы думаем и что мы делаем, мертво. Ну, мертво, потому что это подражание чему-то другому. Мертво, потому что не твоя мысль, а чужая мысль. Мертво, потому что не твое подлинное собственное чувство, а стереотипное, стандартное, такое, которое полагается, а не то, которое ты испытываешь сам. И мы в жизни очень трудно отличаем то, что мы испытываем сами, от того, что испытывается. Испытывают наши соседи, наши близкие, знакомые. И есть такое, что мы только словесно воспроизводим, и в этой словесной оболочке отсутствует наше подлинное личное переживание. В нашей душевной жизни всегда есть мертвые отходы, мертвые продукты самой жизни. И часто человек сталкивается с тем, что эти мертвые отходы жизни занимают все пространство жизни, не оставляя в ней места для живого чувства, для живой мысли, для подлинной жизни.